что-то просто быстрее и сильнее, может быть. Да? Да. А, у вас внутри стоит 8 точек, у меня 76. Ну, дело в том, что композитор не знал о существовании метронома. Так что это не он поставил. А люди, которые поставили эти темпы, они могли ошибаться. Угу. Все мы ошибались. Я тоже могу ошибаться. Ну, возможно, что 88 ближе будет. Ну, стоит просто подумать, опять же, о характере. Все-таки анданте грациоза, как в одном, так и в другом издании стоит, да? И это, наверное, может быть наше, да, издание. У нас по мере не играет. 76, а в западном 88. Не спеша и грациозно. В таком медленном темпе у нас получается величественный, монументально. Как прямо вот наша страна. Так, все, я хочу. Изящно. И какой оркестровый темп, тяжелый, тяжелого оркестра. Какого оркестра? Какой оркестр существовал в это время? Да, давайте вспомним, что оркестр 18 века был значительно меньше современного. Просто 3-4 раза. Вообще. А разве там не полный состав, нет? Я не знаю, как это не такое большое значение, там точно нет тромбонов всяких таких. Там максимум может быть две флейты или одна флейта, гобой. Да? И пару волторг. Что? И пару волторг. И пару волторг, да. Вот, все. Это сочинение, оно еще не ранний романтизм такой, да, на стыке классицизма и романтизма. 1741 года. Ну, уже умер, значит, он часть жизни провел еще 18 лет. И если вот такую пьесу, не знаю, Моцарта, Гайдена, или это было бы Иоганн Христиан Бах, мы бы его сыграли. Кстати, близко к Иоганну Христиану, по стилю. Идет. А, не стоит слеговывать такты, играть, например, такая, ну, меня так учили. Исторически будет неверно так сделать. Это любил делать, между прочим, у Маизы очень это прослеживается, есть книга Луи Маизы, сына, где собраны французские пьесы. Он работал концертмейстером у папы, у Марселя Маиза, и потом издал все эти пьесы так, как папа делал. И там везде из-за такта стоит дыхание, везде из-за такта. Они так, это, потому что они жили с романтизмом, вот просто рука об руку, они общались с композиторами. И, но не значит, что всю музыку надо играть таким образом. И это традиционно перешло и к моим учителям, и ко всем. И так продолжают учить. Но в 18 веке так не делали, в начале 19 так не делали, поэтому сейчас все это открывается, и мы меняем свои. У меня здесь крайние штрихи стоят. Я бы а брала... здесь тоже просто, здесь тоже. То есть ля диез это третья нота, она последняя в такте, она легкая, и она не относится, не соединяет на так. Попробуем быстрее, да? Начинается чуть тише, потом громче, потом снова затихает или не затихает.
То есть у нее определенная форма. У каждой ноты есть форма, из которой складывается фраза. Поэтому ее прямо... Например,
например, просто следить за фокусом, опять то, что мы делали в предыдущем уроке. Такая некая, как флажелет. И уже вибрировать тем количеством воздуха, который нужно для этой ноты, а не... То есть иногда звук перестает быть плотным, он перестает... Мы теряем обертона таким образом. То есть в звуке все время должны быть все его, вот весь спектр. То есть в этом звуке сейчас есть и ре, и ля, еще один ре. И они все должны содержать, где мы сейчас были, там. И вот здесь вот важный момент. Если я всего этого не сделаю, то будет... Переходит такая вещь. Да? И прям как будто держите.
не там, 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 ну неинтересно три новости. И на раз. Почему? Если мы их медленно будем играть, они будут довольно глупо звучать. Поехали. Давайте еще раз. Но вот в нашем издании много нюансов.
Дело в том, что вот в это время, когда это все издавалось, и в том числе и во французских нотах, любых, будет куча всего, крещен, диминуэт и так далее, потому что все любили очень выразительно играть. А музыка на стыке вот этих веков, 18-19, еще этого не, там этого не было. Никаких крещен почти не ставили. Ну вот я здесь вижу одну, но не знаю, насколько она. Я думаю, что это тоже крещендо, что и 88 темп. Ну вот метроном он в 1848 году появился. Я не помню. Или 41. Ну, уж после, да? Первый. Ну, если он появился, то не значит, что он появился в каждом доме. Метроном в каждый дом. Я думаю, что где-нибудь в 19, уже в 20-м стали его повсеместно входить. Вот. Хорошо, играем доминанту этого. Очень хорошо здесь все стало. Например, выбрать целью.
Си бемоль не должен быть ярче ми бемоль. Прямо от места 40-50.
у нас, я не знаю. Забыли, ну, да. Это талантливые, их очень много, семья композиторов, Фробергов, которые для виолончели. Это которые звучились, да? Да. Да. Так что можно возродить. Надо кого-нибудь. Да. Спасибо, завтра еще поговорим тоже. Третью не будем? Сейчас у нас все. Пенсии, да, у них ужин, и они на концерт едут. Спасибо. 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 Спасибо.